Привет всем! Добро пожаловать на канал Cappuccino Twins. Сегодня мы поговорим на очень важную тему. О том, какие выводы я сделала за год проживания с двойней. Проблема всегда в том, что когда пара узнает, что у них будут двойняшки или тройняшки, то, как правило, они впадают в ступор. Что делать? Куда бежать и где искать совета? Могу поделиться нашей историей. Изначально мы не ожидали, что я беременная. Это было для нас большим сюрпризом. Но на начальном этапе мы не знали, что у нас будут двойняшки. Когда мы сделали УЗИ 12 недель, доктор нам сказал, что я вас поздравляю, у вас будет двойня. Что я была в шоке, это вообще ничего не сказать. У меня начался истерический смех, я так смеялась, потому что это то, как раз чего я боялась больше всего в своей жизни, потому что мой дедушка по папиной линии из двойни, и у его сестры двойняшки, тоже двойняшки. Мне было всегда страшно, что у меня тоже будет двойня. И что с ними делать, я вообще не знала и не понимала. Врач рассказал моему мужу тоже о том, что у него будут двое детей. Он был просто в шоке. Он сидел, руки положил на голову и не знал, что сказать. Конечно, за 8 месяцев моей беременности мы привыкли к этой мысли, и мы уже стали радоваться тому, что у нас будет двое деток. Особенно, когда мы узнали, что это будет и мальчик, и девочка. Для нас это было огромным сюрпризом и шикарнейшим подарком. Но все равно тревога не оставляет такую пару, которая ждет двойню, потому что, как правило, советов по воспитанию двойнят, вообще многоплодной, детей из многоплодной беременности достаточно мало. Вот хотела я поделиться своими размышлениями, своими выводами, какие я сделала за год моей двойни. Итак, вывод первый. И это, скорее всего, самый главный вывод. Что быть родителями двойняшек – это двойные заботы, двойные затраты, но это двойная радость и любовь. Когда мои детки подросли и уже стали понимать, кто мама, кто папа, так приятно, когда они подходят ко мне и целуют меня в щечки. Или же просто, когда заняты каким-то делом, какой-то игрой, просто в середине игры встают и начинают меня целовать. Это неописуемая радость. Но второй вывод, который очень важен в жизни двойни, и я об этом очень много читала во время беременности, это режим. Режим, 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 режим. Мы устанавливали режим сразу с роддома. Детки должны кушать в одно время, спать в одно время, гулять в одно время. Таким образом, у родителей освобождается немножко больше времени для себя. Если режима не будет, то целый день превратится вообще в череду кормлений и замены памперсов. Больше ничего не успеете сделать, кроме кормлений. Поэтому режим должен быть. Еще один вывод, который я сделала за этот год, это то, что поддержка мужа неоценима. Конечно же, и даже с одним ребенком нужна поддержка мужа, но с двойней она не просто нужна, она обязательна. Мне легко говорить в какой-то степени, потому что мой муж работает дома, и он всегда под рукой и может помочь. Сложнее гораздо тем мамам, у которых мужья работают полный рабочий день.
Но даже вечерами мужья могут помогать своим женам с детками. И в этом, конечно же, лежит большая ответственность на маме, чтобы она позволяла своему мужу заниматься с детьми. Иногда бывает такая ситуация, что когда мамочка видит, что, может, муж не так умело меняет памперсы, либо не так правильно, не так мешает кашку, не нужно говорить: «Ой, да ладно, я сама сделаю, иди». Нет, ну пусть попробует. Сегодня неправильно поменяет памперс, зато завтра правильно это сделает. Мой муж в этом отношении помогает мне во всем. Я ему очень благодарна за это. Также еще один вывод, к которому я пришла за этот год, это не стесняться просить помощи у других. Мы растим Майлза и Оливию без бабушек и родственников, потому что все они живут далеко. К тому же, с моей стороны, у меня есть только папа, который живет в другом городе, мамы у меня нет. И, соответственно, бабушка не может приехать и помочь. Родители моего мужа живут очень далеко, и они помогают только морально. Они звонят и всегда узнают, как у нас дела, но не более того. Поэтому не нужно стесняться, стыдиться, просить помощи у друзей. В этом плане нам повезло, у нас есть очень много друзей. И поначалу я стеснялась просить помощи, мне казалось, что мы сами справимся. Но чем больше дети становились, тем больше проблем возникало, и тем больше нарастало истощение из-за бессонных ночей, а также различных стрессов, истерик. Вот. И поэтому я стала просить своих друзей, например, когда детки еще спали в люльках, еще были маленькие, некоторые мои друзья приходили к нам и забирали моих деток на коляске кататься возле дома на часик-другой. В это время я занималась либо домашними делами, либо просто спала. А сейчас дети выросли, мы ходим на площадку, поэтому я звоню своим подругам и прошу, чтобы пошли с нами гулять. У меня также есть друзья, у которых тоже детки маленькие. Мы стараемся договариваться с ними, чтобы погулять. Тем самым мне друзья помогают с одним из детей. Например, я беру Майлза сама на площадку, на какую-то качелю, а подруга моя берет Оливию на другую качелю. Так мы это распределяем, и это очень удобно. Еще один вывод, который я сделала, это четкое ведение записи прикорма. У меня есть даже тетрадка, она некрасивая, она уже за год так поистрепалась, ну не за год, за полгода примерно, с начала прикорма. Но она у меня есть, и я записываю все, что я даю своим детям. Вот она такая страшненькая. Вот. В детской консультации врач мне не удосужилась рассказать о прикорме, хотя я у нее спрашивала. Поэтому здесь приходит на помощь самообразование. Нужно читать, читать, читать очень много о прикорме, о том, что давать, в какое время, какое количество, как вводить различные продукты. Поэтому посвящайте этому время, и когда вводятся различные продукты правильно, то риск аллергии, конечно же, снижается. По крайней мере, у моих детей аллергии ни на что еще не было.
Хотя вот сейчас уже им годик, и они едят практически все. Высыпаний и аллергии мы не наблюдали. Если хотите, я могу уделить теме прикорма больше времени в следующий раз, выделить на это целое видео. Я поделюсь своими наблюдениями, также как я вводила прикорм, во сколько месяцев, с чего я начала. Я сделаю целое видео на эту тему, и можете посмотреть у меня на канале. Я думаю, что будет вам интересно. У меня еще есть 5 выводов, которые я сделала за год, но они войдут в следующее видео. Так что, если вам интересно посмотреть, что еще я для себя извлекла из года жизни с двойней, то подписывайтесь на мой канал, ставите пальцы вверх, нажимайте на колокольчик, к вам придет уведомление о новом видео. А сейчас всем пока-пока!